В Анапе первый этап соревнований по уличному баскетболу стартовал в спортивном комплексе на Крепостной. Более 200 школьников собрались на спортивной площадке, чтобы бороться за право стать лучшими. Молодых баскетболистов приветствовали не только сотрудники администрации города-курорта, но и почетные гости – олимпийские чемпионки по баскетболу Нелли Ферябникова и Людмила Муравьева. Мы очень любим этот город, уже не первый раз приезжаем. И нам с Нелли Васильевной Ферябниковой такая оказана большая честь принимать участие в открытии вот всекубанского турнира по баскетболу. Это наш любимый вид спорта. И мы с удовольствием приняли приглашение поприветствовать здесь друзей наших, любителей баскетбола, и посмотреть вообще на мастерство ребят. Я думаю, что ребята, которые здесь находятся, и все любят баскетбол и спорт, и с удовольствием в эту игру играют. Потому что я согласна, что баскетбол – это лучшая игра с мячом. Организаторами первого этапа выступило Управление по физической культуре и спорту при содействии Управления образования. В соревнованиях принимают участие более 200 школьников в возрасте от 11 до 16 лет. Примечательно, что это не профессиональные спортсмены, а сборные дворовые команды, которые, впрочем, уже считают себя сплоченными коллективами. Больше дворовая. С этой командой мы ездили вместе на округ, на Краснодарский край. Хорошо себя представили. И мне кажется, сегодня тоже хорошо отыграем и попадем дальше. Следующий этап. Турнир пройдет 4 этапа. Сегодня состоялись соревнования в городских и сельских поселениях. Районный этап продлится с 7 по 12 июня. 15 и 16 июня пройдут зональные соревнования. Финал Кубка во всех возрастных группах состоится в Тимашевске с 27 июня по 1 июля.